Я в одном из видео буквально недавно говорил, что, скорее всего, будет у меня Lamborghini в ремонте. Вот она. Не заводится. И вот придется тянуть ее вот так. Колеса, чтобы вы имели представление, какой ширины. Не знаю, сколько видно. Задняя шире, чем передняя. А так, в принципе, ничего особенного. Вот так вот она выглядит. Вот здесь нога моя будет видна. Короче, интересная машина. Но стоит денег. По непонятной причине. Удар пока не могу никак показать, потому что здесь закрыто все. Ну вот, вот здесь порог надо будет кусок поменять. Как-то верхнюю часть оставить, нижнюю поменять. Плюс вот там снизу, вот здесь, вот, я думаю, здесь видно, оно вбито чуть-чуть туда. Тоже надо будет вытягивать. Finally, I'm gonna have fixed Lamborghini. It's not bad damage, just the lower piece right there. I'm gonna pull it and then change it. What I see, they changed the roof, cut it somewhere here. Same thing you can see bundle here. And also what I notice, I think this door for some reason is higher. I don't know why. Here everything looks good. The other side door is fine here, but not here. You can see the door is lower. So we'll try to figure out with that as well. That might be the roof problem because the roof is changed. Короче, поднял я Lamborghini на подъем, на стапель, посмотрел лучше снизу и сверху. Сейчас я попробую показать.
Вот здесь, вот видите, тут все ушло. Сейчас еще кое-что покажу. Вот здесь вот кусок вырванный. Потом сейчас вот здесь вот эта часть. Сейчас я покажу с той стороны. Так вот, если смотреть, вот та левая часть, ну сейчас отсюда она смотрит, это правая, ну как бы пассажир-водительская часть выше. Здесь крышу меняли, машину не доделали. И я думаю, что я просто отдам ее обратно. Потому что цену, которую я назвал, ему показалось много, а мне показалось мало. Я даже за эту цену не хочу ее делать. Поэтому сейчас смотрите, вот здесь буду открывать. Цепляет, видите? Вот. Здесь цепляет. Двигатель, если смотреть, двигатель стоит криво. То есть там по панели, если смотреть, сейчас не знаю, если видно, но двигатель не в центре стоит. Такое, короче. Шесть и пять литров. Зверь, конечно, но лучше избавиться, я думаю. Да, я просто сказал ему уже, что я буду, что я отдам ее, не буду делать. Крыша, по-моему, приварена выше, ниже, то есть, потому что, смотрите, здесь дверь ниже, здесь нормально она стоит поверху. Эту, я уже говорил, да, эту сделали здесь ровно, зато здесь она высоко. So I just decided to give the car back to the customer, to the customer, because the price I told him, it's too much for him. Then I checked the car underneath, because I couldn't see that damage right there. And now I figure out the price I told him, it's gotta be the double price. So, and also should be taken apart more. He doesn't want to do that. I don't want to fix the car. Less stress, I think, will be for me, for sure. Because it's a lot of work being done here on this car. They changed the roof skin, not the roof skin, the whole roof card right here. Looks like it's not welded on the right spot. So many problems. I just don't want to do it. Just decide to get rid of it.